Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Это вторая серия из Переславля. Sugar in my veins, purple like the summer rain. 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 Это наш первый полный день в Переславле. На следующий день, после того, как мы приехали, после завтрака мы сразу же отправились рисовать. You keep me wide awake every day, every weekend, day, every weekend, day, every weekend. You keep me wide awake every day, every weekend, day, every weekend, day, every weekend. You keep me wide awake every day, every weekend, day, every weekend, day, every weekend. You keep me wide awake every day, every weekend. На этот раз мы пошли рисовать на холм. Day, every weekend, day, every weekend. Погода выдалась не очень. И представьте себе, вы сидите на протяжении почти 3 часов в одном положении и рисуете. Тут дует сильный ветер. Да, вы одеваете кучу кофт, курток и так далее. Но все равно, даже это вам не помогает. Поэтому, когда мы сделали всю работу, мы добежали до другого конца холма и сделали там интересные классные фотки. Keep you wide awake every day, every weekend, day, every weekend, day, every weekend. Deep inside your head, I can feel how you weaken, feel how you weaken, feel how you weaken. Feel you might be the flame that surrounds your iron, be the water to cool you down, be the balance of life. Затем у нас был обед, а после обеда у нас было свободное время, в которое мы можем пойти погулять, купить что-то в магазине, просто сидеть в номере. И после этого свободного времени мы отправились рисовать в Гуэцкий монастырь. На этот раз я решила попробовать порисовать в башне, в небольшой такой башенке, как раз вид, который мы обычно рисуем с холма, но так как я ни разу не рисовала в башне, я подумала, нарисую это. И в этот раз я решила нарисовать это все маслом. Это на самом деле очень сложно, потому что надо было одевать совершенно другие вещи, а не новые, которые ты будешь носить еще и в школу и так далее. Ну, короче, я все заляпала. Еще я плохо подготовилась, потому что не взяла с собой крышечки, куда надо наливать разбавитель. Пришлось наливать в крышку из самого разбавителя, и разбавитель стал зеленым. Обращайтесь ко мне, если хотите что-то испортить.
Ну и, наверное, самое то, это когда ты испачкал камеру и хотел заснять кусок с маслом и все заляпал, и такой, класс. Следующую серию. Пока.